535 социальных объектов и 3,5 тысячи жилых домов Самары уже подключили к теплу. Спустя неделю в городе заработает горячая линия, по телефону которой жители смогут сообщить о неполадках и проблемах с отоплением. Напомню, что в последнюю очередь подключать будут должников, в их числе три управляющие компании – ПТС-сервис, Альтернатива и Коммунальник. Так что в ближайшие полторы недели без тепла могут остаться около 150 тысяч жителей областной столицы.